Игры на свежем воздухе должны быть не только веселыми, но и безопасными. По крайней мере, на это надеются родители, отправившие своих детей отдохнуть в муниципальном лагере «Юноармеец». Особое внимание соблюдению всех аспектов безопасности уделила администрация Щелковского района. В рамках выездного совещания проверила работу пропускного режима и качество контроля питания в столовой лагере. У вас прямого доступа нет на охраняемую территорию? Прямого доступа на охраняемую Беспрепятственного территорию. Беспрепятственного доступа нет. Как и положено, по периметру лагерь обнесен забором и патрулируется. Попасть внутрь, минуя охранно-пропускной пункт, невозможно. Однако основным залогом безопасности также является система видеонаблюдения. По безопасности будет предпринят ряд дополнительных мер для того, чтобы повысить безопасность. Для этого необходимо усилить видеонаблюдение и усилить патрулирование. Мы это завтра поставим задачу, сегодня поставим задачу, а завтра она будет выполняться. Строго контролируется качество питания в столовой лагеря. Проба снимается с каждого блюда, от компота до куска хлеба. Ведется учетный журнал. В соответствии с действующей инструкцией, они должны попробовать каждое блюдо. И здесь разрешают над каждым блюдом. Совершенно верно. Ставится поварами контрольная порция, есть контрольные весы. И даже если руководство, там, допустим, не может 288 тарелок проверить, то вожатый видит, что стоит контрольная порция. Визуально видно, что если что-то там не соответствует, по-любому, как говорится, повара меняют, добавляют. В целом удовлетворены работой, потому что детки ухоженные, детки веселые, счастливые, кормят хорошо. Для них созданы все условия здесь. Сейчас в «Юноармейце» вовсю идет первая летняя смена. Отдыхают порядка 280 ребят. Спрос на путевки немалый. Так, администрация района рассматривает возможность дальнейшего развития инфраструктуры для летнего отдыха детей. Перспектива в этом плане открывает санаторий-профилакторий «Космонавт», расположенный в поселении Огудневское. До недавнего времени учреждение находилось в ведомстве ФСКН. Теперь должно перейти на баланс Министерства внутренних дел. Со второй половины 20 века здесь располагался и детский лагерь. Посетив его, рабочая группа администрации осмотрела спальные корпуса и столовую. Проводим емкость, какая у вас? Емкость на 300 койко-мест. Корпусов сколько? Корпусов 6. Сейчас все корпуса и территория в хорошем состоянии. Круглогодично здесь могут отдыхать более 300 ребят. Так, администрация района планирует рассмотреть возможность передачи учреждения на баланс муниципалитета. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».